Простите, но я просто не могу проглотить это сейчас. Ну давай, давай, дорогуша. Это похоже на сперму кита. Как ты не понимаешь? Но, Стиви! Как там мой режиссер поживает? Борьба между артистической независимостью и действием мешает снимать. Но пока не спросили, да, все 4 видео будут сделаны. Лапочка, ты можешь держать анаконду в кадре. Она стоит больше, чем ты зарабатываешь. Прости, Стиви. Я думаю, что нам нужен какой-то фокус для промоушена. Что-то, что может действительно потрясти город. Идея есть? Да, раньше использовали праздники, звезд, лимузины, ночное небо с прожекторами. Прожекторы. Опа, у меня есть идея. Да-да-да-да-да, блестки, лимузины, ух, премьеры. Эх, да, мадам, конечно, мадам, и пресса, и много огней. У меня действительно появилась отличная идея. Она поможет нам. Я знаю. Весь этот блеск, фейерверки, как это прекрасно. Yourself. Thank you.
Амиго? Что ты хочешь, Пол? Мне не нужна одежда от кутюр. Хорошо, друг, но ты же знаешь, что я не занимаюсь этим. Нет, я позвонил, чтобы узнать, могу ли я сняться в одном из твоих фильмов. В Англии я много всякого натворил, побольше тебя, сынок. Поль, спасибо за предложение, буду помнить о нем. Серьезно, помни обо мне после всего, что я сделал для тебя. Вот именно об этом я и пытаюсь забыть.